Российские спасатели сегодня вывезли из захваченного войной Йемена 118 человек. Это граждане России и других государств, в том числе Украины. Два борта МЧС этим вечером приземлятся в столичном аэропорту Домодедово. Из Москвы в Йемен эти самолеты привезли партию продуктов, детского питания, всего 46 тонн. Ранее йеменские власти обратились к правительству России с просьбой оказать гуманитарную помощь стране, где продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и правительственными силами, которые поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. За 3 месяца с начала обострения конфликта это первый случай, когда гуманитарная помощь была доставлена в САНу.